Вітаю вас, сябри! На минулому тижні ми закранули тему уживання якісних примітників. Сьогодні ми протягнемо розглядати гэтую частину мови, тільки примітники будуть приналежні. Приналежные приметники – это приметники, которые обозначают прикмету предмета в отношениях до какой-нибудь особы или живой истоты. Утвораются приналежные приметники от основы назовников с додатком суффиксов. Каб не робить помылки в уживании приналежных приметников, треба памятать схему их утворения. Для назовников жаночего роду суффикс «ин-ин» мужчинского роду «ау-еу-оу-йоу». Менавіта суффикс нам подказывая, особой мужчинского ти жаночего полу является уладальник предмета. Вельми показальным уживание таких приметников можно назирать и фактично вельми легко запомнить, коли мы узгадаем верш Геннадия Миколаевича Буравкина, где есть такие слова «Поле батькова, матчина мова и над хатой буслова житло». Гэты верш нават стаў песней, ён шырока вядомы, і таму, калі запомніць гэтыя словы, вершаваныя радкі, то тады вельмі проста па гэтай мадэлі ўтвараць прыметнікі прыналежныя. Вось прыкладам: заяц – зайцу хлеб, мядзведь – мядзведзю след, ліса – лісіная нара, мыш – мышыны хвост. Приналежные приметники можно утворять от имя, коли с жаночими именами проблему амаль не возникает, с мужчинскими все больше складано. Многие калькуют с русской мовы. Треба казать не Миколин шиток, а Миколов. Правильно уживайте суффиксы. И, конечно же, хочется нагадать, что приметники с суффиксами «оу-йоу», «ау-еу», «ин-ин», утворные от уласных именов, пишутся с великой литеры. Погодитесь, часом повторить школьную информацию зусім не лишнее. Коли вы нечто забылись, ці заблытались, не лянуйтесь зазернуть у книгу. Наприкінці хочу нагадать, мы по-ранейшому отказываем на ваши питания относно цікавих слов и фразеологизмов, уживание и правопису частин мовы. Чекаем листов.